Александр Лукашенко поздравил Армена Саркисяна с днем рождения. Глава государства отметил многолетний труд президента Армении в различных сферах, который всегда был примером искреннего служения своей стране и ее народу. Индийский вариант коронавируса выявлен в Минске. Об этом сообщает Минздрав. При этом распространение дельта-штамма в других регионах Беларуси не установлено. Его впервые обнаружили прошлой осенью. По последним данным, он проник в 85 стран. Специалисты предполагают, этот вариант вируса может распространяться быстрее. В Беларуси продолжается вступительная кампания. Сегодня и завтра у абитуриентов централизованное тестирование по математике. Всего в 2021 на это испытание записались свыше 32 тысяч человек. При себе необходимо иметь заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность и черную гелевую ручку. Госавтоинспекция усилила контроль за водителями такси. Такие меры вводятся для обеспечения безопасной ситуации на дорогах. Только за 5 месяцев зафиксировано свыше 600 нарушений. При этом в 8 случаях водители были в состоянии алкогольного опьянения. В 7 работали без водительских прав. Сегодня в Международный олимпийский день состоится выпуск фильма проекта «Правила жизни белорусских спортсменов». Он посвящен 30-летию основания Национального олимпийского комитета Беларуси. Первый ролик о легендарном белорусском борце Александре Медведе. Героиней следующего станет Дарья Домрачева.